Так, Пражский зоопарк. Да, мы вам тут балкон не купили. Такой. Для народа пошло. Да. Так, я что забыл сказать-то? По сравнению с Новосибирским зоопарком, здесь вот-вот Прага. С Новосибирским-то сравнить, чтобы Втава течет. Вон Пражский град, там живем. Вот, высотки все. Вот это вот. Вот здесь вот эти леопардики бегают. Вот здесь, там внутри киски живут и снаружи тоже все. Вот так это я говорил. А, вон еще Втава. Ух ты, прикольно. Ну да, вот она вот так течет. По сравнению с Новосибирским зоопарком, он по размеру, ну, может, поменьше. Ну, хотя мы сейчас на гору еще не забрались. За нами гора. Вот, может, по размеру он поменьше, но тут все в естественном все живет. Тут как-то все оно вписано не на клетки, там в Новосибирске поделено на клетки и приделано как бы к природе. А здесь наоборот, в природу вделаны вольеры. Вот так. Ну вот, в принципе, классная штука. Ну, Прага отсюда. Сейчас еще наверх сберемся.